Сегодня мы в театре. Будем смотреть Рязанский кукольный театр. Да, Мэри Поппинс. Очень красивый зал. Главное, смотрите вон туда. Красивые всякие ангелы. Улица Вишневая, 17. Вам ничего это не говорит? Мы в Рязанском театре юного зрителя. Пришли смотреть спектакль. Сейчас красивый театр. Тут даже очень красивые люстры. Вон там балкончики, на них тоже будут сидеть люди. Но я думаю, им будет не очень удобно смотреть. Почему? Что эти балкончики будут всем мешать. А к тому же там, смотри. С балкончика лучше смотреть, особенно если близко. Вот. Девочки, вы куда пришли? В театр кукол. Вы здесь уже были? Да. Что вы тут смотрели? Мэри Поппинс. Мама иногда, знаешь, что она сказала? Не Мэри Поппинс, а Мэри Шмоппинс. Она перепутала. Сегодня что вы будете смотреть? Бегу... Собака... Беги-пёс. Беги-пёс. Бегущий по берегу моря. Море. Это спектакль лауреат там каких-то конкурсов театральных. Море-пёс, бегущий море. Так, Соня, а ты тут снимала музей? Да. Точно? Да. Пойдем еще раз. Самый интересный рисунок, который вам тут больше всего понравился. Мне вот это понравилось. Да, интересно. А самый интересный? Вот это. Он сделан из газеты. Настоящий театрал это сделал. Видишь, как декорация выглядит. А, наверное, у него не было бумаги. Нет, наверное, он просто хотел какую-то идею в это вложить. Это Мэри Поппинс, здесь Перебиносова Мария, 10 лет. Рязанские смотрины, 1023. Третий год. Это кот-бегемот. Есть такой спектакль, там есть кот-бегемот. Винни-Пух. Это Винни-Пух, да. Я тут думала, мы ее сюда поставили. Она же все-таки уже проиграла. Соня, эти в театре?
время. Спектакли постоянно повторяются. Например, Мэри Поппинс идет там каждого 20 числа. Другие тоже как-то идут. А Маленький принц здесь. Мы как-нибудь посмотрим, чтобы тебе было надо видно. Было на первый ряд брать. На этот спектакль не было билетов. Очень мало билетов. 13. Саша, не уходи, там... Спас Крязанский. Так, все стоят. Дорогу стой, переходим. Дорожки берёмся. Машина едет, аккуратненько. Ну иди, смотри где. Историко-археологический музей имени Вагнера. Ну, я его первая увидела. Боже мой. Пошли. Я же говорю, там водочка и фотография. Так, заходите в кассу. Я прочитать тоже могу, но кто его узнает? Выхухоль. Да, выхухоль. Очень такой распространенный зверь в наших лесах. Пойдем посмотрим. Волк красавец. Рязань, когда она была, да. Я начиналась. Вот она. О, древняя крепость. Видите, вот это вот все, что за загородкой, это называлось город. Кремль, город. А все, что было до рва, вот, смотрите, вот, например. Это называлось посад. То есть тут жили жители, которые не являлись гражданами города. Посмотрите, как картинка переходит в настоящее что-то. Очень хорошая диорама, хоть и маленькая. Бабушка, мы когда были в театре, когда мы были в театре, там показывали мультик про это. Да. Это лапочки. Это когда в Пятигорске вы смотрели? Нет, тут. А тут? Вот видишь, кузница. Вон едет какая-то машина уже, надо переходить. Спас Крязанский. Вышли из музея. Вчера был очень сильный ливень, смыл цветы даже. У нас огород смыл даже. Соня читает «Аллею героев». Саша, тут памятник. Саша! Книга бессмертного полка. Сонь. Нет, Б нету. Где Б? Б. Мне кажется, с другой стороны Б. Так пиши. Мы ищем на фамилию. Есть? Есть бабуль? Бабулины на букву Б. Я пока еще сироткина. Си, вот начинается. Си. Сиротин, АЕ. Сиротин, Сиротин, Сиротин. Сиротин их много. Вот, Сироткин ГГ есть. 1900 год. А этот рождение. Ваш?
Боб. Нет. Можно? Боб. Бо. У вас редкая фамилия. Смотри, сколько Лобановых. Лобановых? Ну, потому что это родина Лобановых. Где они тут? Лобанов. Мы нашли родственники. Да. Лучей! А у нас нет имени Захара? Город Спас-Крязанский. Аллея памяти. Четверо черкасовых. Завтрак на траве, да, Влада? Вкусно? Ну лучше пусть он тут побегает. Под ноги смотри. Петя мой Майк. Садись. Саша, ты куда пришел? Ну, музей. Это разве музей? Это театр. Театр. Какой ты будешь спектакль смотреть? Мукака. Нет. Про Незнайку. Нет. Незнайку и его друзей. Нет. А мы с тобой потом в рукавичку еще. Нет. У нас вот два наших и здесь два наших. Ну, если вы не против. Незнайку будешь смотреть? Веселый, наверное, спектакль? Да. Ты читал книжку про Незнайку? Да. У него что на голове? Большая шляпа, да? Шляпа. И он смешной. 20 минут до начала. Сколько время, девочки? Уже 10, да? Девчонки, а вы куда пришли? Театр. Какой? Что ты будешь тут смотреть? Незнайку. И его друзья. Его друзья. Соня. Привет, у меня тут Том 67 лет. Лучше Том выключить. И без звука не забудь. Ты куда приехал? Где чуть я бил? Нет, ты приехал в театр? Да. Так и говори. Я да. Приехал в театр. Рязанский театр кукол. Шандарахнешься? Нет. Молодец. Это везёт. Да, здесь можно походить. Этот какой-то шарик на палочке. Держись там крепко за палку. Это что, дата? Ну, это как памятник.